Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, я забираю награды наши. И, насколько я понимаю, меня сбросили до Лиги Сёгунов. Одна звезда. И еще и ранг 91. Замечательно. А чему я удивляюсь, а? Ну вот чему удивляться, ребята, если я в прошлой серии говорил, что меня скинут. 100% скинут. Почему я не хотел переходить в Лигу Сёгунов 3 звезды при помощи откатов? Да, ну 91 ранг. Это, конечно, слишком. Это перебор. Ладно, давай, надеюсь, справится Армагош, что у меня здесь. Правильно. Месть она такая. Коварная штука. Поэтому Армагон, видишь, он тоже разозлился вместе со мной. Нифига себе, столько старались в прошлой серии, старались. И на тебе. И заши... Опять они начинают за свое. Вот это вот, вот. Как я вот люблю эту игру за вот ее вот дурость. Вот это вот. То, что мы с тобой стараемся, а они берут нам. Во-первых, мало того, что скидывают ниже плинтуса, это раз. А во-вторых, когда мы начинаем играть, они нас не поднимают по рангу. То есть они нам дают очень мало за победу. Меня вот это вот просто убивает. И с этим я ничего сделать не могу. Это вот закон, закономерность какая-то. Постоянно так делают. Просто постоянно. Это меня раздражает. Так, слышь, иди отсюда. Не нервируй меня, муля. Под руку лезет, так сказать. Ну что, отлично, два поединка первых у нас прошли довольно успешно. Я-то думал, мы сегодня дойдем в Лигу Мастеров 3 звезды. Там в топчик, ага, в топчик. В попчик, ё-моё. Никакого не будет у нас сегодня топчика, по ходу дела. И вина в этом не моя, ребята. Игра. Игра делает такие вот сюрпризы, преподносит. Бесявые. Ай, бомбани. Ну что, ты не мог два раза, что ли? Дебаф еще этот лезет своим, а? Давай возьмем провокацию тогда на Рафаэля. Плюс Сюри. Надо было защиту, наверное, все-таки взять. Ну, и так, в принципе, тоже нормально. Ой-ой-ой-ой, уклоняху вешает, да? Он вешает уклоняху. Блин, действительно уклоняха. Ой, сейчас от Рафаэля ты получишь. Ой, получишь. Ну, тут понятно. Так, Рафаэль от Рафаэля. И добивка на Пита. Все. Разговор короткий. Ну, и мы двигаемся. Двигаемся дальше. Какая там позиция? 60-я? Да, ровно 60-я позиция. Ну, насколько я понимаю, то 17-23 тут даже и не стоит вообще искать. Поэтому берем Зека. Зек, наверное, и Усаги. Раз, два, три. У нас откатов сколько? 10. Если брать по одному, то 10 боев. Если брать по два, 5 поединков. Ну, этого мало. Что такое 10 откатов? А знаешь, в чем проблема? Потому что я, когда завершаю серию, ребят, я забываю в конце пойти и посмотреть 5 реклам, за которые мы получаем 10 откатов. Я вот постоянно это забываю сделать, а надо. Надо делать это периодически. Так, ну что, 49 место. Так, ну давай я возьму, например, Педро. Ну, Педро. Ну, ты и Педро. Сейчас ты, Педро, будешь у меня тут как Педро шуршать. Скажи, что докопался-то. Ладно, ну, Макман, ну-ка, давай. Да етрен матрё. А вот это плохо, а вот это плохо. Оу, щит. Да. К сожалению. Наша команда в инициативе очень слаба. Ты сейчас серьезно? Надо, наверное, кабана бомбануть. Мне это кажется, в первую очередь. У него усиленная просто атака там была. Оу. Ну, ребят, ну а что? У меня не было ни провокатора, никого. А если бы даже и был бы, все равно бы их разнесли бы. Просто в 3 секунды. Ё-моё, считай, целую катку просто сфейлил. Положился, называется, на своих бойцов.
Вот надо было на кого положиться, на Кожеголового. Он-то уж точно нас не подведет. Хотя не факт. Может, ребята и не добить. Вот, видишь? Вот. И если он сейчас звезданет. Это повезло, что он звезданул именно Кожеголового. То есть, как говорится, довольно сильного противника. А так бы, если бы, например, бомбанул бы там какой-нибудь. Ну, уничтожить-то вряд ли, конечно, смог бы, но половину здоровья точно снести получилось бы. Так, 33 место. Кто у меня остался? Ну, Леонарду. Леонарду возьмем, наверное, одного, да? В принципе, у него должно получиться своей вертушкой здесь всех раскромсать. По идее. Ну что, Лео, давай проверим тебя на вшивость, так скажем. Нет. Нет, нет, нет. Еще раз нет, ребят, не получилось у него. Блин, давай хоть запечатаем, я не знаю, их способности. Меткость понизилась. Так, вот это вот надо, Эйприл. Давай с гранатомета. Серьезно? Так, ну у него меткость понижена, я не знаю, попадет? Попадет? Попал. Ну... Есть. И добиваем. Ну, опять же, ребят, опять же было очень опасно. Почему Леонардо не добил 67 уровень? Не смог, я не понял. Я за ним не замечал, чтобы он так фейлился-то. Жестко причем. Ну, вот такая вот петруха получается. Так, Ванька, Ванька. Ванька один навряд ли справится. Давай вот так вот. Да и карай ты, иди. Возьмем Ваньку плюс маузеров. И это будет, как говорится, топ. Мы видели, как маузеры, в принципе, справляются. Мы их еще немножко подкачаем скоро, и они будут вообще рулить, как говорится, парадом. Сейчас давай их проверим, как они сейчас мочканут. Сколько отнимут ХП? Ну, нормально, 77 уровень. Практически у них получилось завалить. И плюс инициатива, ребят, у них. Они переплюнули Ваньку. Ванька сотка у нас, а эти 77-го. Нормально? Маузеры переплюнули. По инициативе они очень быстро действуют. Так, ну что, давай возьмем Кренга и Карайку. Кренга и Карайку. Карайка, блин, а Карайка-то здесь. Ай-яй-яй. Она не будет ходить первым. Тут если только Кренг пойдет у нас. Нет, 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 нет. Ну зачем, блин, ребята? Ну вот это вот, это фигня. Это трындец. Ёк-макарёк, а. Ну как так-то? Ну сейчас они сейчас разберут нас тут. Он еще и ускорение делает. Все тут, сейчас полетят. Да что тут? Понятное дело, мимо. Так. Хиляй. Надо было, блин, не хилять, надо было ускорение делать. А, и еще делает. Провокацию ни в коем случае нельзя брать на него, иначе они просто его порвут. У меня больше нет вариантов, ребят, только вот так вот. Да ладно, ты серьезно? Мы оставили только одного Майки. Ну он, конечно же, начнет тут. Да. Тут даже Карайка не поможет. Кого сейчас? Еще кого-нибудь минусанет, нет? Есть. Блин, ну одного бойца потеряли все равно. Ну, слушай, я вообще удивлен, что мы прошли здесь. Могли бы вообще сдуться, вот поверь мне. Когда он делает свое вот это вот уклонение, я удивлен, что Крэнк смог их всех пробить. Вот для меня это действительно новость. Он просто всех пробил своих лучом, несмотря на то, что у них на всех висело уклонение. Они там задебафаны были, будь здоров. И мы все равно их пробили. Круто. Так, ну что у нас тут?
Угу, давай добивай. Твою налево, опять этот кабан жив остался. Ну что ты будешь делать-то с ним, а? Ну серьезно. С какого перепуга он стал выживать? Он не выживал раньше, вот. Помню я самые, так сказать, не так давнишние серии. Не выживал, он только вот начал где-то вот, ну может месяца 4 назад, как вот бомбить его, и он выживает. А до этого не было такого. Чего вы усилили, я не понимаю. Раз, два, три, четыре, пять. А мне больше и брать-то некого. Придется откаты тратить. Так, ну что, провокацию взял. Естественно, тут начинает тут. Ну-ка. Защиту возьмем. Стой. А этот тоже бафает свою команду. Угу. Так, запах изо рта. Отлично. И ракеты от железноголового. Замечательно. Почему так он бомбанул сильно? Потому что он был пробафан от Рахзара. Усилен. Так, 81 место. Ну что, мне придется теперь брать, друзья мои, откаты. Тратить. Пока я взял одного Армагона. Не знаю, будем ли мы тут справляться. Может быть, скорее всего, нам надо было двух бойцов сильных взять. Сейчас посмотрим, сколько он здесь положит. Угу, ну, неплохо. Эти-то у меня выдержат все остальные. Они все 70-ники, так что они вытянут. Минус Шреддер, минус Ваня и минус Майки. Надеюсь, Тимати сможет. Этот парень в ползунках ничего не может сделать. Бежит, спотыкается. Действительно, парень в ползунках. По-другому его не назвать. Ну что, 71 место. То есть 10 ступенек мы всего лишь пролетаем. 17-24, там 17-22. Зашибись, у них разброс. Ладно, я беру Кренга. Нет, я беру Кренга, говорю. И Лео. Слушай, тут еще дофигища у нас персонажей. Я не знаю, как мы будем тут отыгрываться. Как мы их будем всех тратить. У меня не хватит запала. Не, ну рекламу еще посмотрим, конечно же. Ну-ка, как мне Кренг сейчас вжарит. Неплохо, неплохо. Добить, конечно, ну, уничтожить сразу не получается у него с одной плюхи. Но, тем не менее, оставляет очень мало им здоровья. То есть, на добивку буквально. Так, 61-й, да? Ага, 60-е. Ну, давай возьмем вот эту, наверное, команду. Так, я опять же беру Армагона и Кренга. Раз, два, три. Как бы и хотелось бы на равных сыграть, но не получается. Если я возьму 70-ников своих, которые там у меня остались, их просто разорвут, ребят. Просто в хлам. Потому что здесь у них уже и уровень, ты посмотри, какой идет. 74-й. Тут вот без таких бойцов просто делать нечего. Там никто не потянет. Так что не удивляйся, почему я так беру и делаю именно вот такие вот катки. 51-е, да? Всего 9 ступеней пролетели. Вот как вот их понимать, а? Так, тихо. Тут у нас, я смотрю... Да-да-да-да. Там у нас Майки. Майки-фуфайки. Вон он стоит. У него инициатива-то сейчас будет. Будь здоров, кстати. Мы можем и не успеть. Так, он начал просто атаковать. И атакует к северу Монтаса, блин. 56-й уровень. Ну, правильно, знает, кого бомбить. Ладно, давай заканчивать с ними здесь. Это повезло, что Микеланджело не стал все-таки уклоняху делать. Так бы мы бы сейчас не получилось вот такого быстрого у нас разбора. Так что это повезло. И Ксевер Монтес, то, что не упал, тоже повезло. Погнали. Если бы он сделал бы двойную атаку, ну все тогда, фиаско было бы. Так, 17-23. Вы достали меня вот с этим вот.
Не нужен он мне. Раз, два, три. Везде, вот на самых высоких рангах везде Микеланджело лезет, везде. Бесит уже. Так, ну, добиваем. Замечательно. Так, ну у нас там какая была? 40-я, сейчас будет 30-я, наверное. 29-я. А откатиков-то у меня все. Йок, ребята, пошел я, короче, в магазин пытаться заработать откаты. Так, ну что, ребята, забрал я все свои откатики за рекламу. Ну и продолжаем. Продолжаем наши поединки. Так, давай возьмем вот этих вот ребятулек. Плюс Армагон и Крэнк. Армагонушка и Крэнк. Слушай, 77 уровень уже, ёк-макарёк. А у нас последний, по-моему, 79-й, да, идёт? 79-й. Ну, и с этими мы справимся. Тут по инициативе никого сильного нету, я смотрю. Поэтому Армагон сейчас бросает валун. Ну и Крэнк, естественно, своим лучом всех прожигает. Меня интересует другое. Мы все-таки дойдем сегодня до Лиги Мастеров 3 звезды, хотя бы ранг 80-й. Этого вполне было бы достаточно. 80-й ранг, и завтра бы мы уже все, вот точно были бы в топчике. Так, давай 20-й ранг мне. О, 16-й даже. Ничего себе, перепрыгнули, замечательно. Тогда берем 17-24. Здесь Армагон плюс Супер Шреддера возьму. Раз, два, три, четыре. Так, ну у нас как раз, ребят, на один поединок еще бойцов осталось. Есть все, кстати, шансы перейти на 3 звезды. Но, опять же, ребята, будет ранг 80-й, может, 90-й, это от силы. Но главное, что мы перейдем. Завтра нас, возможно, конечно же, сбросят, опять же, до Лиги Мастеров 2 звезды. Но ранг, надеюсь, будет где-нибудь такой там 60-й, 50-й. То есть мы сможем пробиться и еще и вознестись. Ну, то есть до топчика. Ну что, давай опять же повторим. Шреддер плюс Армагон. Раз, два, три. Ну да, остается у меня один Шархан неиспользованным. Ну, я думаю, что ничего страшного. У нас уже неоднократно оставалось по одному бойцу, и нормально. Никто, как говорится, от этого не умер. Ну что, давай, валунчик бросим, и все, в принципе. Вот и славненько. Так, теперь нам надо сделать ежедневки. Жит, Лига Мастеров, ранг, ну, 98-й. Я, в принципе, ребят, так и предполагал, что будет где-нибудь в этих районах. Так, открыть колоду. Мы что, не открыли? Нет, еще. Давай посмотрим, кто у нас там. А, Леонардо. Фиг узнаешь его. Так, ну и быстренько пробежимся по серии испытаний. У нас... Ага, нет. Я думал, что мы первый круг с тобой уже завершаем. Ага. Там еще до завершения. Ёлки-палки, очень много. Еще 4, по-моему, поединка надо будет сделать, чтобы завершить первый круг. Так, Паукус. Как тебе меня Маузер вымораживает, а? Именно то, что они просто, ребята, инициатива у них офигенная. На ихнем уровне, на 80-м, у них офигенная инициатива. Они приплевывают моих сотых уровней бойцов. Ну как это может быть? Так, здесь, наверное, шваркнем бибопчика. Раздавить. Угу. Так, теперь Хан. Хан нам тоже тут как бы не нужен. Ну-ка. Да ладно, Донни, ну ты... Оу, щит, это что такое, ребят? Вот это что такое, я вас спрашиваю? Если он сейчас не уничтожит, а он не уничтожит его, скорее всего, с трех укусов. Нет, повезло нам. Так, вырубаем Хана. Плевок. И пробьешь, нет? Давай. Я в шоке, ребята. Я в шоке, что с Донателло случилось. Ё-моё. Просто его пробили, как, я не знаю, как вату какую-то. Да,
Это очень был офигенный риск. Блин, больше его не буду брать. Так, ну что, пошли тогда искать с тобой. Так, где наши эти маузеры-то? Вот они. Так, прокачиваем ему. Значит, нам нужно найти 10 пленок. Катушек с пленкой, короче. Так, одна нашлась. Вот у нас вторая. Тихо. Нам уже 10, да? Третья. Так, вот четвертая. Слушай, неплохо ищутся, кстати. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Восьмая. Да, ну хорош, ну. Восьмая, девятая и последнюю. Я говорю, последнюю дай мне. Десятая, все, ребят, с этими пленками все покончено. Нам надо будет найти потом еще вот эти вот знаки. Так, поднимите уровень персонажа. Ну что ж, поднимем уровень персонажа. У нас где эти маузеры? Вот они. Все, да? Больше не хватает. Ну, как бы и все, друзья мои. На этом, пожалуй, сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!